Сейчас, да, формируется план, план работы авиации. Сейчас как раз прошел оперштаб, формируется и будет уже доведен до оперштаба, и работа будет начата, в зависимости от погодных условий. Могу сказать, пока у нас самолет вот, на базе Ан-26 «Циклон», да, который работает по вызыванию искусственных осадков, он работает в Западной Якутии, по направлению Западной Якутии. Вчера работал в Горном районе. Ну, как вы знаете, у нас прошли практически во многих центральных районах дожди. Как бы чуть-чуть получилось сбить, да, как бы площадя активное горение, и, но тем не менее мы не расслабляемся. Сейчас усиливаем те участки, которые у нас были сложные.